24 марта 2018 года, 15 часов 52 минуты. Футбол. Сборная России. Игроки сборной России Константин Рауш и Роман Нойштеттер были оштрафованы за нарушение внутреннего распорядка, сообщает официальный сайт РФС. В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими. То же самое имело место в октябре и ноябре прошлого года. Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштеттером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков, говорится в сообщении пресс-службы РФС. Ранее в российских СМИ появилась информация, согласно которой Рауш и Нойштеттер через несколько часов после товарищеского матча со сборной Бразилии 0-3 были замечены в ночном клубе. Рауш и Нойштеттер, мы приносим свои извинения и согласны со штрафом. Источник, официальный сайт РФС, сообщить об ошибке, комментарий.